В прошлый раз мы говорили про нано и пикосекунды. И это был масштаб времен, на которых у нас есть какие-то коллективные колебания в веществе, движение отдельных молекул и так далее. Сейчас мы перейдем уже к фемтосекундам, то есть масштаб меньше одной пикосекунды. Фемто – это 10⁻¹. И на этом масштабе у нас, собственно, движение вещества прекращается. За время порядка нескольких фемтосекунд у нас молекула не успевает даже при обычных тепловых скоростях, не успевает даже пролететь свой собственный размер. Поэтому можно считать, что на фемтосекундах главными действующими лицами становятся уже не молекулы, а либо отдельные атомы внутри молекул, либо электроны, либо свет, электромагнитные колебания. То есть у нас меняются главные игроки, и поэтому меняются явления. Давайте кратко оценим типичные масштабы для вот этих процессов. Вот возьму какой-нибудь кристалл. У него есть, скажем, металл, да? У него есть ионы, есть свободные электроны, которые гуляют туда-сюда. А если это металл, то движение электронов там не тепловое. Там все-таки электрон находится в квантовом состоянии. И типичные скорости у них составляют порядка сотой скорости света, то есть тысячи километров в секунду. В конкретных металлах это зависит от так называемого уровня Ферми. Вот. Ну и типичные уровни Ферми для разных металлов соответствуют скоростям порядка от 1 до 2 тысяч километров в секунду. Если взять типичное расстояние между ионами и поделить на эту скорость, то у нас получится типичное время, за которое электрон проходит расстояние порядка размера решетки. Это 1/10 или несколько десятых Ферми. Значит, надо также понимать, что когда электроны двигаются в металлах, то они не сталкиваются непосредственно со всеми ионами подряд, да? У них есть длина свободного пробега, которая может быть существенно больше, чем вот это расстояние. Собственно, это квантовое поведение. Вот, поэтому, на самом деле, время между столкновениями в обычных металлах, при обычных температурах, может быть существенно больше, чем 1/10 секунды, составлять несколько фемтосекунд. Меньше, чем 1/10 фемтосекунды, составляет несколько фемтосекунд. Если у нас не металл, если у нас какое-нибудь такое вещество типа изолятора, в котором мы можем возбудить, ионизировать вещество, возбудить электроны, то они могут гулять со скоростями порядка тепловых, то есть это сотни километров в секунду. Вот, ну и там тоже время между столкновениями составляет фемтосекунды. В общем, на масштабе фемтосекунды у нас в основном в веществе могут двигаться только свободные электроны. Не молекул, они уже не успевают сдвинуться. Этот же масштаб времен, порядка фемтосекунд, соответствует и колебаниям электромагнитного поля в световой волне в обычном оптическом диапазоне или в соседних диапазонах. Скажем, синий свет с длиной волны порядка 450 нанометров отвечает периоду колебаний, можно посчитать лямбда поделить на c, равный 1.5 фемтосекунд. Если у нас ультрафиолет, то период уменьшается, если инфракрасный диапазон, период увеличивается. Но все равно период находится вот в районе фемтосекунд. Кроме того, в самих молекулах у нас есть колебания. То есть, видите, молекулы целиком, они двигаются медленно. Вот, они не успевают особо сместиться на фемтосекундных масштабах. Но внутри молекулы отдельные моды колебаний довольно быстрые, и они как раз вот развиваются на фемтосекундном диапазоне. Если посмотреть на типичные числа, которые вот приводятся в справочниках по частотам колебаний молекул, то обычно эти частоты выдаются вот в таких единицах, в обратных сантиметрах. Скажем, возьмем молекулу воды, вот H2O. Это молекула с 3 атомов, вот у нее есть 3 моды колебаний. Это валентные, то есть когда у нас растягиваются колебания между O и H, либо асимметричные, либо симметричные. Вот, по-английски это stretching modes, и их частоты составляют вот примерно 3500 обратных сантиметров. И есть мода изгибная, когда вот туда-сюда колеблются у нас эти связи, да, она изгибается немножко, но при этом они сильно не растягиваются. Это bending mode. Вот, у нее частота поменьше, примерно в 2 раза. Так вот, как с этими частотами общаться? Потому что вот эти числа – это совершенно стандартный способ в инфракрасной спектроскопии и вообще вот в этой атомной науке представлять частоты. Вы просто берете это число и умножаете его на скорость света в сантиметрах в секунду.
Вот, 3 на 10 десятой сантиметров в секунду. И у вас получится частота колебаний в герцах. То есть с факторами 2π не надо мучиться, здесь сразу же получается именно частота колебаний. То есть поэтому вот такие растягаемые колебания, да, stretching modes, соответствуют частоте примерно 110 терагерц. Вот, они немножко отличаются для этих двух типов, но близки друг к другу, примерно 110 терагерц. И если это пересчитать на период колебаний, получается 9 фемтосекунд. Вот. А изгибные колебания, они чуть медленнее, 48 терагерц, и период получается 20 фемтосекунд. То есть, видите, для обычных легких молекул это совершенно нормальный диапазон молекулярных колебаний. Кроме того, молекулы могут вращаться. Скажем, для той же молекулы воды у нее есть несколько степеней свободы вращения, потому что это такой волчок с разными моментами инерции. Вот, и эти вращательные степени свободы, они требуют, как правило, меньше энергии, и вот у них частоты начинаются примерно с 200 обратных сантиметров, что отвечает частоте 6 терагерц или периоду 160 фемтосекунд. Вот, так что и вращение молекул тоже относится примерно к этому диапазону. Так что внутренняя жизнь молекул как раз протекает на фемтосекундах. Окей, значит, мы примерно оценили сейчас масштабы, а теперь давайте поговорим про очень важный метод исследования вещества и атомов, молекул на пико, фемто и аттосекундах. Значит, в принципе, этот метод можно было бы рассказать раньше, но я решил не перегружать изложение и расскажу это сейчас. Метод называется метод накачки зондирования. То есть это по-английски pump probe technique называется. Выглядит, по сути, он так. Если мы хотим исследовать какое-то быстро протекающее явление, которое протекает на микроскопических масштабах, то, как правило, нам никак не получится заснять его на видео. Слишком много кадров в секунду нам придется делать. Поэтому вместо того, чтобы непрерывно заснимать на видео, мы используем тот же самый подход, который используется в фотографии со вспышкой. То есть мы запускаем колебания, а потом через некоторое вполне определенное время мы освещаем этот объект яркой короткой вспышкой и фотографируем то, что увидим. Только здесь, поскольку речь идет про микроскопические объекты, понятно, что эта фотография не настоящая фотография, это все-таки более опосредованный снимок. Выглядит метод вот таким образом. Мы готовим два синхронизированных импульса, например, световых импульса. Один из них называется импульс накачки, другой импульс зондирования. Импульс накачки попадает на наш объект, который был исходно в неподвижном состоянии, и запускает в нем, например, какое-нибудь колебание. Импульс зондирования тоже попадает на этот объект, но на пути мы можем задерживать его на вполне конкретное время. Мы заставляем его проходить через определенный участок, на котором он задерживается на контролируемое время дельта Т. Вот. И когда теперь в нужном объекте, в исследуемом объекте, у нас попадает импульс накачки, он запускает колебания, колебание начинает колебаться, и потом, спустя определенное время дельта Т, приходит импульс зондирования. Скажем, происходит какая-нибудь дифракция, импульс отклоняется или рассеивается, и мы его детектируем. И вот та информация, которая запасена в этом рассеянном или отраженном импульсе, и позволяет нам узнать, в какой фазе колебаний находился наш объект. Вот, то есть вот в этом однократном эксперименте мы можем только увидеть состояние нашего объекта в момент времени дельта Т после начала колебаний. Но, к счастью, мы можем такой эксперимент повторять много раз. Мы можем его повторять раз за разом, изменяя время дельта Т. И здесь, заметьте, нам очень помогает то, что в квантовом мире все процессы, которые начинаются одинаковым образом, они дальше и развиваются одинаковым образом. Вот давайте вернемся к макроскопическому миру. Вот представьте себе, вы хотите таким способом изучить, как разбивается стекло при ударе молотком. Вот вы один раз ударили молотком и побежали какие-то трещины. Вы сфотографировали это дело. Потом второй раз ударили молотком, так у вас побежали совсем другие трещины. И так раз за разом. То есть даже если вы повторите эксперимент 100 раз с разными задержками по времени, у вас каждый раз будет новый эксперимент. И картинки при этом получатся совершенно разные. К счастью, в микроскопическом масштабе такого нету. Если у вас есть атом, и вы его приготовили в известном состоянии и возбуждаете его одним и тем же, скажем, импульсом накачки, то у вас каждый раз будет развитие событий ровно то же самое.
Поэтому повторяя много раз этот эксперимент с разными дельта Т, из них можно потом из этих изображений составить как бы такое видео и изучить, как явление зависит от времени. Вот в этом польза квантово-механического мира. Этот метод накачки зондирования позволяет получить серию снимков с разной задержкой дельта Т и восстановить, как у нас колеблется объект или протекает какой-то процесс на микроскопическом масштабе. У этого метода есть вторая разновидность. Это когда мы посылаем импульс зондирования длинный, однократный, вот, и он успевает как бы охватить сразу несколько фаз нашего колебания. Но при этом этот длинный импульс зондирования дальше мы должны как-то растянуть по времени, либо растянуть в пространстве. Вот помните, на первой лекции я показывал, как превращать временную зависимость в пространственную. И один из методов был это стрик-камера, когда одна из координат пространственных используется для развертки по времени. Вот здесь тот же самый метод можно использовать. Вот тогда у нас, конечно, изображение будет не двумерное, а одномерное, но зато растянутое по времени. Оба этих метода используются, и, в общем-то, вот это и есть самый стандартный способ изучать быстро протекающие процессы, начиная с пикосекунд и глубже. Пару слов про то, как происходит задержка. Все зависит, конечно, от конкретных импульсов, которые используются. Ну, например, для оптических импульсов проблем вообще никакой нету. Вы просто на пути ставите чуть более удлиняющую линию, скажем, через зеркала или через задерживающую среду какую-то, вот так, чтобы у вас импульс, короткий импульс, приходил с определенной задержкой. Если свет распространяется в вакууме, то время задержки, вот, можно просто пересчитать из скорости света, оно составляет 3 пикосекунды на миллиметр или 3 фемтосекунды на микрометр. И то, и другое сделать не проблема, поэтому задерживать импульсы на пико и фемтосекунды можно очень легко. А в более продвинутых версиях этой методики используются не только оптические импульсы, но и, например, рентген, который получается из источников синхротронного излучения. И там мы уже манипулируем со сгустками электронов в синхротроне. Ими тоже можно манипулировать с пикосекундной точностью, поэтому можем гарантировать, что вспышка рентгена, короткая вспышка рентгена из синхротронного излучения приходит с определенной задержкой. Игорь, прости, пожалуйста, снова. Вот говорят, что вроде бы у тебя видео осталось включенным. Серьезно? Да. О. Поэтому, сейчас наверное, такая проблема. Ага. Так, сейчас я выключил действительно его. Ну все, спасибо, извини, не буду тебя прерывать больше, надеюсь. Угу, хорошо. Так, окей, идем дальше. Значит, вот это общий метод. Давайте я проиллюстрирую, как, в принципе, он работает. Я расскажу вам про вот одну из работ начала 2000-х, про то, как люди визуализировали фаноны, то есть колебания кристаллической решетки при ударе по решетке. Делается такой эксперимент. На кристалл мы посылаем короткий мощный импульс инфракрасного излучения. Он быстро поглощается поверхностным слоем кристалла, и в нем запускаются колебания решетки. Вот. Эти колебания начинают колебаться туда-сюда, и в какой-то момент происходит даже плавление, в принципе. Вот первые колебания – это есть фаноны. То есть вот мы прямо ударили по кристаллу очень коротко, и запустились фаноны соответствующей частоты. Как их можно увидеть? Для того, чтобы их увидеть, используется рентгеновская кристаллография. Если у нас есть рентгеновское излучение с длиной волны порядка ангстрем, то оно будет отлично рефрагировать на кристаллах. Вот здесь нарисована стандартная картинка дифракции падающего луча на кристаллической решетке. Если мы знаем начальный угол, вот, расстояние между кристаллографическими плоскостями, мы можем посчитать, при каком угле рассеяния у нас будет такой самый главный пик рассеяния, пик дифракции. Это называется Брэговский пик. Если мы поменяем здесь длину, расстояние между кристаллографическими плоскостями, а это именно то, что происходит при колебаниях решетки во время прохождения фанонов, то у нас, соответственно, и отражение тоже будет колебаться. Оно будет колебаться и немножко деформироваться. Вот, поэтому для того, чтобы проверить колебания решетки,
нам нужно синхронизировать исходный короткий мощный инфракрасный импульс и короткий же импульс рентгена, который не обязательно будет сильный, главное, чтобы он успел продифрагировать на решетке во время колебаний и задетектировался нашим детектором. Вот. Это делается с помощью синхронизации. Первоначально вообще там синхронизируются сгустки, электронные сгустки вот в синхротроне, который порождает этот рентген за счет синхротронного излучения, с теми электромагнитными колебаниями, которые там открывают лазерное окошко и, значит, формируют короткий лазерный импульс. Все это можно сделать с точностью в пикосекунды, вот поэтому настроить задержку по времени в считанные пикосекунды между импульсом накачки и импульсом зондирования не представляет проблем. И вот смотрите, какого типа результаты получаются. Значит, здесь по горизонтали показано время в пикосекундах от момента, скажем, прихода импульса, основной части импульса. Пунктиром, да, по вертикали здесь показана интенсивность рентгеновского пика вблизи бреговского пика. То есть здесь бреговский пик при этих параметрах был 3 градуса, то есть очень скользящее падение. Вот люди отошли на 40 угловых секунд от этого бреговского пика и измеряли интенсивность рентгена. Вот если бы не было инфракрасного импульса, пришел бы просто вот импульс и импульс рентгена. Вот это пунктирная линия. Ровный импульс пришел, дифрагировался и все. А вот с приходом инфракрасного импульса запустилось колебание. И вот видно, что из-за того, что оно запустилось, часть рентгена начала дифрагировать в другую сторону, и при этом в нужном направлении у нас сигнал меньше стал. Если поделить вот эту кривую на ожидаемую без инфракрасного импульса, получается вот такая вот закономерность, что сначала порядка единички, да, то есть то, как и было бы без импульса, потом вдруг у нас исчез существенный процент дифрагировавшего света, он просто уходит в другую сторону, и дальше мы видим прямо такие ровненькие, красивые колебания. Это и есть фаноны. Здесь виден, во-первых, период фанонов, во-вторых, уже заметно постепенное затухание. Потом через несколько сотен пикосекунд все должно вернуться снова на единицу, потому что после этого рассеется все тепло, и, значит, отражение станет снова так же, как для исходного кристалла. Вот по такого типа графикам можно вычислить период колебаний фанонов, их частоту, их темп затухания и сравнить с теоретическими расчетами. Вот. Ну а потом дальше можно исследовать, как это дело зависит, например, от интенсивности инфракрасного импульса, в какой момент эти фанонные колебания становятся такие сильные, что приводят к плавлению кристалла. В общем, много чего можно исследовать с помощью вот такого метода накачки зондирования. Вот давайте теперь зайдем вглубь пикосекунды и посмотрим, какого типа явления там могут происходить, воспользовавшись все тем же примером. Значит, мы сейчас будем говорить про разные версии того же самого процесса, при котором у нас кристалл поглощает короткий и мощный импульс инфракрасного излучения, в нем запускаются вот колебания фанонные, и при превышении некоторого порога, там флюенс составляет, ну, для, скажем, кремния там порядка 1/10 джоуля на квадратный сантиметр, энергии поглощения становится так много, что она уже локально приводит к плавлению кристалла. По крайней мере, поверхностной пленки этого кристалла толщиной в несколько десятков нанометров. Вот давайте подумаем, как вообще этот процесс происходит, прямо на микроскопическом уровне. Смотрите, когда приходит свет, фотоны, да, то эти фотоны поглощаются не фанонами, не решеткой, а электронами. Электроны поглощают фотоны. То есть пока вот приходит этот импульс, много электронов получает много фотонов, возбуждается, частично ионизируется, и ионизация может буквально составлять там порядка 1-2 электронов на каждый атом. Вот. Это процесс очень неравновесный, он происходит быстро, за считанные фемтосекунды, может быть, десятки фемтосекунд. И спустя десятки фемтосекунд у нас кристалл оказывается в очень странном состоянии, когда ионы еще холодные, они никуда не сдвинулись, а электроны, по крайней мере, свободные электроны, уже очень энергичные. Вот. Причем сначала у них распределение по энергии вовсе не тепловое, они должны сами термализоваться, посталкивавшись друг с другом.
Вот, за время порядка сотен секунд, сотен фемтосекунд, электроны термализуются, и у нас получается как бы вещество с двумя температурами. Холодные по-прежнему ионы, потому что фемтосекунды для ионов – это еще очень большое, очень короткое время, они никуда не сдвинулись. Вот, и горячие электроны. У электронов температура может быть десятки тысяч градусов. Вот это вот первые сотни фемтосекунд жизни обычного кристалла при поглощении короткой и мощной вспышки света. Что происходит дальше? Дальше энергия передается от электронов ионам. Ионы разогреваются, потому что эти электроны начинают их постоянно бомбардировать. Через некоторое время ионы приобретают энергию, и начинается колебание. Вот он пошел, первый фонон после всего этого процесса, самое первое колебание. И это время занимает несколько пикосекунд. То есть, видите, электроны поглощают фотоны быстро, но для того, чтобы у нас запустилось колебание решетки, нам нужно передать эту энергию от электронов ионам, и это требует определенного времени. Вот. И после того, как эти ионы раскачались, начинается дальше передача энергии, побежали фаноны, и вот фронт плавления начинает как-то распространяться вглубь кристалла. Вот давайте оценим простую такую вещь. Какое время требуется электронам, чтобы передать существенную часть своей энергии ионам? Вот снова смотрим двухтемпературное состояние. У нас, предположим, есть очень горячие электроны и холодные ионы. И вот начали эти электроны сталкиваться с ионами. Возьмем, например, скорость порядка 1000 км в секунду. Вот. Там, конечно, все еще зависит от длины свободного пробега. Ну, типичные времена между столкновениями электронов и ионов – это порядка фемтосекунды. Итак, примерно каждую фемтосекунду электрон натыкается на какой-то ион, и поэтому передает ему какую-то часть энергии. Но видите, здесь фишка в чем? Электроны очень легкие, а ионы тяжелые. И когда у вас очень энергетичная легкая частица налетает на тяжелую, она не может сразу передать ей всю свою энергию. Она передает ей на самом деле очень маленькую долю энергии. Это прямо из классической механики можно посчитать, даже буквально в одномерном столкновении шариков массы m маленькой и m большой, можно увидеть, что при таком столкновении легкая частица передает всего лишь долю энергии m маленькой делить на, ну или 2m маленькой делить на m большое. И вот это отношение для электронов и ионов, оно на самом деле очень существенное. Да? Разница по массам у электронов и ионов – это тысячи или даже десятки тысяч. Все, конечно, зависит от ионов, но вот десятки тысяч – типичное совершенно значение. Поэтому, если мы хотим, чтобы электроны у нас передали энергию ионам, существенную часть своей энергии ионам, нам нужно столкнуться ну, хотя бы несколько тысяч раз. Вот. Поэтому время для этой передачи требуется уже не фемтосекунды, а несколько пикосекунд. И это неизбежно для тепловой передачи энергии из электронов, из горячих электронов холодным ионам. То есть получается вывод, что даже если у нас импульс накачки пришел очень быстрый, и электроны его поглотили очень быстро, все равно тепловое плавление даже в таких условиях занимает несколько пикосекунд. Однако, начиная с 80-х годов, в разных экспериментах люди обнаруживали примеры, когда плавление у вас происходило быстрее даже, чем за одну пикосекунду. То есть субпикосекундное плавление, сверхбыстрое плавление. Как такое, в принципе, может получиться? Ну вот, смотрите, здесь приведен график из статьи 2001 года, где показаны два типа данных. Значит, основной график – это вот тот же самый тип эксперимента, который я показывал до этого. То есть это рентгеновская дифракция, да, и видно, что сигнал падает, там, скажем, в самом приповерхностном слое, вот здесь треугольнички показывают самый приповерхностный слой, сигнал падает в половину буквально за меньше, чем за одну пикосекунду. Вот. А на вставке здесь показан другой эксперимент, когда у вас импульс зондирования – это оптический импульс, и мы смотрим на отражающую способность кристалла. Момент 0 – это когда у нас пришел импульс накачки, что-то запустилось, и видим, что буквально через 200 фемтосекунд у нас уже кристалл стал отражать больше света. Это показывает, что здесь у нас появилось много свободных электронов. Он стал металлически блестеть.
условно говоря. Поэтому он отражает больше света. То есть вот эта вставка, она показывает, что электронная плотность в кристалле резко подскочила буквально за там, 100 фемтосекунд, может быть, 200 фемтосекунд. Но кроме электронной плотности, как вот большой график показывает, у нас и кристаллографическая структура начала резко меняться буквально в считанную пикосекунду. Вот как такое получаться может? Такое может получиться только за счет какого-то другого механизма плавления, не теплового. Потому что тепловой механизм, как мы только что оценили, требует хотя бы нескольких пикосекунд. Так вот, что это за нетепловое плавление? Люди поисследовали, и вот в районе 2000-х годов пришли к пониманию этого процесса. Смотрите, если у вас есть кристаллическая решетка, то в ней упорядоченная структура получается за счет чего? За счет электронных связей между молекулами или атомами. Если же при поглощении импульса света у вас существенная доля валентных электронов ионизировалась, то у вас, получается, резко нарушилась химическая связь между ионами. И получается, что ионы теперь чувствуют себя совсем в других условиях, чем было изначально. Они уже не чувствуют той химической связи, которая изначально их связывала в кристаллы. Эта связь как-то ослабла. И поэтому вдруг оказывается, что буквально за сотни фемтосекунд ионы ощущают себя как будто бы свободными. Ну, не совсем свободными, конечно, но, по крайней мере, они не чувствуют сжимающей такой силы, которая их упорядочивала в кристалл. И им уже не требуется разогреваться. Пусть они холодные. Главное, что они холодные, чувствуют себя уже в более свободных условиях и начинают срываться со своих мест и бродить туда-сюда. Вот этот процесс нетеплового плавления просто за счет того, что изменилась зонная структура твердого тела, которая раньше удерживала эти атомы или ионы на месте. Вот такая вот вещь выяснилась с помощью фемтосекундных импульсов. Вот здесь в качестве примера приведен график из недавней статьи. Здесь, по-моему, кремний, да, здесь кремний использовался. И вот прямо показано, как менялась ширина зоны, запрещенные зоны у полупроводника с течением времени после прихода светового импульса. И вот если раньше она составляла там исходно порядка 1 электрон-вольта, то буквально за сотню фемтосекунд она падает почти до нуля, скажем, вот при большой интенсивности падает практически до нуля, и у нас исходный полупроводник вдруг становится фактически металлом. То есть ионы чувствуют себя гораздо более свободнее, чем раньше. И начинают блуждать туда-сюда. Вот такой первый сюжет. Если есть вопросы по нему, давайте задавайте. Да, Артем, пожалуйста, вопрос. То есть получается, если мы на металл будем светить очень интенсивно, то он расплавится и будет при этом холодным? Не-не-не, смотрите, что значит расплавится? Обычно расплавится... Ну, они будут в свободном движении, ионы, то есть... Они будут свободно двигаться, течь, перетекать, вот так вот я имею в виду. Безусловно, да. Но для того, чтобы это началось, требуется несколько пикосекунд, не меньше. Конечно же, при большой энергии у вас все расплавится, испарится и атомизируется. Но весь этот процесс требует довольно много времени. Вот. А здесь речь про то, что даже пока ионы еще не разогнались, они еще холодные, у вас уже нарушилась зонная структура вещества, и эти ионы готовы двигаться в бок, как будто бы у нас уже жидкость. Но температура все равно высокая, расплавит материал. Смотрите, вот в этот момент мы не можем говорить про температуру вещества, потому что нет еще теплового равновесия. В этот момент, то есть в течение первой пикосекунды, мы можем говорить про температуру электронного газа и ионов. И они разные. Ионы у нас холодные, электроны жутко горячие. И эта температура сильно эволюционирует на масштабе пикосекунды. Но, тем не менее, ситуация настолько неравновесная, что ионы начинают двигаться как будто в жидкости, даже несмотря на то, что они холодные. Ну, а плавится в какой момент материал? Через какое время начинает плавление само? Плавление требует нескольких колебаний фононов. Uh-huh. Вот. То есть плавление – это означает нарушение кристаллической структуры. Периодичности кристаллической структуры. Для этого ионы или атомы должны сдвинуться хотя бы на масштаб порядка решетки своей, периода решетки. Вот. А для этого они должны проколебаться хотя бы на одно фононное колебание. Вот.
И тогда уже можно говорить про плавление. На самом деле плавление, конечно, не наступает сразу во всем кристалле. Вот. Когда у вас поглощается такой импульс, то он проникает на некоторую глубину поглощения. Ну вот в тех экспериментах, про которые я говорил, это там порядка 100 нанометров, вот, порядка длины волны фактически. Вот этот слой у нас сначала нагревается, а потом, если там энергия большая, фронт плавления распространяется дальше вглубь. И докуда-то доходит, потом энергия либо убегает в виде фанонов дальше вглубь кристалла, если это толстый кристалл, либо если это тонкая пленка, она просто вся расплавляется, а через наносекунды она снова затвердевает. Видите, здесь несколько масштабов есть временных таких процессов. И каждый раз, когда вот мы говорим, типа, ну, как вы говорите, когда расплавится, да, надо понимать, что иногда возникают переходные процессы, про которые толком даже не скажешь, в каком состоянии они находятся. Они переходные процессы. Ну, хорошо, а энергии, скажем, такое расплавление требуется больше или меньше, чем, если, скажем, тепловое плавление металла? Ну, я имею в виду удельное, вот так вот. Здесь трудно сравнивать, потому что если у нас медленный нагрев, то у нас все-таки тепло успевает частично уйти куда-то, хотя бы за счет излучения. Если у нас сверхбыстрый нагрев, то у нас тепло не успевает уйти. Вот, поэтому, ну, в принципе, для того, чтобы разрушить структуру, энергия требуется та же самая. Просто если мы медленно нагреваем, то у нас есть потери на энергии, ну, на утечка энергии в процессе нагрева. Ну, здесь просто, я думаю, термин плавление немножко людей с толку сбивает. То есть это такое динамическое плавление там на какую-то фемтосекунду, да, происходит или на пикосекунду. Да, смотрите, плавление – это нарушение кристаллической решетки. Если у нас дальний порядок исчезает, то значит у нас кристалл становится, ну, не аморфным, но, по крайней мере, расплавленным. Вот дальний порядок должен исчезнуть, тогда у нас будет расплавление. Он может быть переходным процессом, то есть он может исчезнуть на некоторое время, а потом снова восстановиться. А может исчезнуть, а потом затвердеть уже в аморфном состоянии. Вот. Поэтому плавление – это резкая потеря дальнего порядка, и оно может происходить, в общем, не тепловым образом. Не, сейчас насчет энергии. А не может быть такого, просто при нагревании мы должны придать энергию ионам, то есть раскачать все ионы, тогда разрушается кристаллическая решетка. А если мы светим светом, то мы ионы-то не раскачиваем. Мы на самом деле разрушаем решетку с помощью выбивания электронов, на что, может быть, потребуется меньше энергии, чем на раскачивание самих ионов. В принципе, вы правильно говорите, да. То есть сначала, когда мы обычным тепловым образом нагреваем, то мы просто за счет теплового движения раскачиваем именно ионы, а здесь раскачиваем электроны, накачивая их световой энергией. Но все равно электроны, они не всегда остаются горячими. Они передают свою энергию ионам, и неизбежно ионная решетка раскачивается через возбуждение электронов. Это неизбежно. Ну, то есть результаты все равно конечный один и тот же. Что-то... Да, один и тот же, но динамика разная просто. Да, по времени разная, да. Все-таки я хотел бы, ну, не знаю, мне кажется, не совсем один и тот же. То есть вы можете дать довольно маленькую вспышку света, относительно маленькую, то есть она... Энергия, которая есть в этой вспышке, ни за что этот кристалл не расплавит в конечном итоге. Но на 100 фемтосекунд он потеряет свои кристаллические свойства, что будет видно по отраженной волне. То есть она будет отражаться не от упорядоченной структуры, а от, как от жидкости. А потом все опять восстанавливается. Нет, энергия требуется все-таки достаточно большая, чтобы поверхностный слой расплавить. Я думаю, да. С энергетической точки зрения у нас все равно энергия, ну, требуется для того, чтобы расплавить этот поверхностный слой. Либо через электроны, либо через тепловое раскачивание. Да, ну, факт плавления должен быть все равно, иначе как сравнивать? Да, да, да. Но просто само поверхностное плавление, его легче достичь. Да. На самом деле, ну, в качестве такого отступления, даже у обычного льда, если он находится там при температуре там, в морозилке, минус 18 градусов, самый поверхностный слой все равно расплавлен. То есть самый поверхностный слой, первый буквально 1-2 слоя в кристаллическом льду, вот они твердеют при минус 50-60 градусах. Вот только тогда у них дальний порядок появляется. А при температурах минус 18, как в морозилке, там нету дальнего порядка. Поэтому самый поверхностный слой даже при низких температурах расплавлен. Вот. И для того, чтобы это плавление дальше ушло вглубь кристалла, требуется энергия. Поэтому здесь еще вот такая особенность есть. Для того, чтобы расплавить верхний слой, требуется меньше энергии, чем для толщи.
Но здесь мы обращаем внимание именно на временные диапазоны, просто чтобы показать, что процессы бывают разные, и их, их изучают с помощью такого метода накачки зондирования. Окей, давайте пойдем дальше тогда, да? Так, следующий сюжет – это фемтохимия и даже фемтобиология. Смотрите, если у нас есть сложные молекулы, то внутри молекулы у нас может быть колебание за времена порядка десятков или сотен фемтосекунд. Если у нас протекают химические реакции, по сути, это тоже некоторое превращение, когда у вас, скажем, две молекулы приближаются друг к другу. Вот представьте себе, летят две молекулы, они летят, ну, на этом масштабе времен медленно, но в какой-то момент они сближаются друг с другом и начинают взаимодействовать своими электронными оболочками. Электроны очень легкие по сравнению с ионами, поэтому для любого положения ионов, пространственного положения ионов, можно считать, что электроны всегда быстро адаптируются к текущему положению нут атомов, да, ионов. Когда мы квантово-механически рассчитываем взаимодействие молекул, то обычно мы действительно разделяем все движения на два диапазона. То есть, во-первых, при фиксированном положении ионов, пусть даже неравновесном, мы считаем, что электроны двигаются вот в этих внешних условиях, как будто бы ионы заморожены. Мы получаем после интегрирования по электронным оболочкам некоторый эффективный потенциал между ионами, между молекулами или внутри молекулы. Вот. И потом дальше считаем, как под действием этого потенциала у нас уже двигаются тяжелые атомы или молекулы. Вот квантовой механике это называется приближение Борна-Оппенгеймера. Вот это вообще проходится как бы в универе. Но по сути дела это просто разделение двух масштабов. Движение электронов при фиксированных ионов и уже движение самих ионов или молекул. Вот эта квантово-механическая картинка у нас еще чуть попозже тоже встретится. Значит, если у нас теперь подходят две молекулы друг к другу, то за время порядка их сближения и расхода, то есть за время порядка пика секунды, у нас должны произойти основные химические преобразования. То есть, скажем, какой-нибудь электрон перескачет от одной молекулы к другой молекуле, или какая-нибудь часть молекулы отщепится и улетит. Поскольку молекулы, они связаны, ну, это атомы, связанные друг с другом через электронные связи, да, ясно, что, в общем, электроны движутся быстро, поэтому устанавливаться и разрываться связь может за время порядка фемтосекунд. Так что элементарные шаги химических реакций – это и есть фемтосекундные, ну, фемтосекундные процессы. А какое-то время, ну, люди понимали это дело чисто теоретически, но не могли исследовать экспериментально. И вот только в конце 70-х, в начале 80-х, когда уже развилась вот, оптика, фемтосекундная оптика, когда люди научились получать импульсы, световые импульсы длительностью меньше пика секунды, открылась возможность исследовать прямо движение отдельных атомов в процессе химических реакций. Вот. И вот это вот получило название фемтохимия. Давайте я вам расскажу про классический самый пример, самой простой, наверное, реакции, которая впервые была прослежена вот с помощью фемтосекундных импульсов. Вообще, главным действующим лицом, главным человеком, который буквально сделал прорыв в этой области, был Ахмед Зевейль. Вот, это американский физик египетского происхождения. Он вообще получал образование в Египте, но потом уже во взрослое время уехал в США и там свои эксперименты проводил. Вот. Он, кстати, совсем недавно умер, в 2016 году, и Египет его очень любит. В общем, для Египта это буквально самый, наверное, выдающийся ученый этой страны. Вот. Значит, что делал Зевейль? Он с помощью коротких импульсов изучал, пожалуй, одну из самых простых химических реакций. Это диссоциация молекулы натрий-йод. Значит, в нормальном состоянии молекула натрий-йод, очень ионная молекула, йод на себя оттягивает электрон, натрий положительный, и за счет этого они держатся. Если на эту молекулу посветить коротким световым импульсом, то у нас при определенной длине волны может быть возбуждение, которое запустит колебания в этой двухчастичной системе. То есть натрий-йод может колебаться туда-сюда. Вот. При этом, что значит колебаться? Это значит, что центр масс, ну не центр масс, центр каждого из атомов, натрий и йод, они то удаляются друг от друга, то приближаются, то удаляются, то приближаются.
взаимодействие между ними происходит за счет вот эффективного электронного взаимодействия. Да? То есть для каждого расстояния между ионами натрия и йода мы можем сосчитать эффективное взаимодействие электронов, вот, получить некий эффективный потенциал. Но оказывается, этот потенциал зависит от того, где находится вот валентный электрон. Либо он по-прежнему сидит около йода, то есть йод у нас отрицательно в среднем заряжен, натрий положительно заряжен, либо этот электрон перескакивает обратно на натрий. И тогда йод и натрий у нас получаются эффективно нейтральными. То есть, видите, у нас на самом деле при одном и том же положении ядер, например, удаленном друг от друга натрий и йоде, могут быть два квантовых состояния, когда электрон находится или тут, или тут. Вот эти два состояния на самом деле ведут себя сильно по-разному. Ионное состояние, оно притягивается, и это будет продолжение того же самого колебания, как здесь нарисовано. Видите, стрелочка туда-сюда идет, да? Вот. Но если в какой-то момент электрон окажется уже на натрии, и каждый из этих атомов будет эффективно нейтральным, то тогда такая молекула уже вполне может разбежаться на разные атомы, то есть диссоциировать. Вот Зивель с помощью, сейчас я покажу, каких экспериментов, смог прямо проследить в динамике этот процесс. То есть прямо реально колебания натрия и йода и исчезновение связи между ними после того, как электрон перескакивает сюда. Значит, как он это дело получил, исследовал? Вот смотрите, еще раз давайте я квантово-механическую картинку скажу. Если у нас есть натрий и йод, ионы, на определенном расстоянии R между друг между другом, это межъядерное расстояние между ними, то в зависимости от того, в каком состоянии находится валентный электрон, у нас могут быть два энергетически разных состояния. Они здесь нарисованы, эти два состояния, кривыми, зеленые и красные. Значит, эти зависимости разные, это как бы в квантовой механике это двухуровневая система получается. И самое главное, что эти кривые, они в какой-то момент приближаются очень близко друг к другу. Там нету прямо настоящего пересечения уровней. Вообще в квантовой механике точного пересечения уровней обычно не бывает, если эти уровни взаимодействуют. Там так называемые квазипересечения, когда они приближаются близко друг к другу, а потом снова расходятся. Вот смотрите, вот это нижнее состояние, красненькое, да, оно при малых расстояниях в основном ионное, при больших расстояниях в основном ковалентное, когда у нас натрий и йод нейтральный. И здесь происходит перестройка. Зеленое состояние наоборот. При малых расстояниях оно в основном ковалентное. И притяжение здесь получается вовсе не такое сильное, как у ионного, поэтому оно выше. Но при больших расстояниях оно в основном ионное. И поэтому у нас кривая растет. Потому что мы не можем просто так взять и растащить ионы натрия и йода. И вот в этой области, в районе примерно 7 ангстрем, у нас есть квазипересечение. Теперь давайте проследим за динамикой, квантово-механической динамикой волнового пакета ядер вот по этой координате, межъядерное расстояние. Исходно у нас молекула находилась здесь, в глубокой потенциальной яме. Эта яма глубокая и более-менее компактная, узкая. Поэтому волновая функция вот в этой координате, межъядерное расстояние, была компактной. Потом мы посветили светом, фотон поглотился и перекинул вот этот волновой пакет на верхнюю ветвь, вот сюда. Это компактный волновой пакет. Он еще не успел расплыться, он вдруг оказался в другом потенциале эффективном. И начинает в нем колебаться туда-сюда, туда-сюда. Как будто бы просто вот такое состояние локализованное во внешнем потенциале. А у него, конечно, есть расплывание, но это расплывание можно оценить, и оно происходит заметно медленнее, чем период колебания туда-сюда. Значит, пока колебание идет туда-сюда, молекула у нас не разваливается. Вот она может несколько раз колебаться туда-сюда. Но каждый раз, когда вот по этой ветви волновой пакет проходит близко к точке квазипересечения, он фактически расщепляется. То есть какая-то доля вероятности есть туннелировать на вторую ветвь, то есть в ковалентное состояние, и уже убежать. То есть когда у нас молекула попадает вот в это состояние, все, натрий и йод в виде отдельных атомов просто расходятся в бок и уже больше не объединяются. И в результате процесс получается такой. Запускается колебание туда-сюда,
И каждый раз на каждом периоде колебаний у нас какая-то доля туннелирует и уходит вот в ковалентное состояние в виде диссоциации. Поэтому если мы каким-то образом можем, например, измерить, спустя какое время у нас появляется натрий, отдельный прямо атом натрия, то у нас вот эта диссоциация будет происходить не непрерывно, а такими эпизодами, как будто толчками. Вот экспериментальные данные. Здесь показаны два типа экспериментальных данных. Значит, верхняя кривая, но она сдвинутая по масштабу, самое главное – это увидеть ее периодичность. Верхняя кривая – это количество атомов натрия в свободном состоянии из развалившейся молекулы, то есть состояние полной диссоциации. Как подсчитывалось количество нейтральных атомов натрия? Как оно? Как я сейчас чуть-чуть попозже скажу. Да, давайте я сначала покажу результат, а потом объясню. Значит, количество нейтральных атомов, и вот видно, что с момента запуска этого колебания, ну а запускался он в момент поглощения короткого импульса, у нас в какой-то момент они резко поднялись, потом ступенька была, потом снова резко поднялись, снова. Вот такими толчками у нас вылетали оттуда атомы натрия. А вторая картинка, вот эта вот с резкими пиками, это, ну, условно говоря, это количество молекул, которые находились в определенной фазе колебания, когда они еще не развалились. Вот. То есть сначала они в определенной фазе вдруг все находятся, потом фаза куда-то там колеблется, через один период снова уже меньше молекул, потому что некоторая часть ушла в виде, развалилась в виде диссоциации, потом через некоторое время еще меньше. Вот такое периодическое колебание. Здесь видно 7 прямо пиков колебаний. Вот. И можно сказать, что это буквально визуализация вот движения волнового пакета в потенциале, межатомном потенциале, который вот получается при возбуждении на верхнюю, возбуждении молекулы на верхнюю линию, на верхний график. Значит, как это дело делается? Смотрите, значит, система на самом деле немножко более сложная, чем то, что я показал, потому что есть у нас еще третий уровень – это электронное возбуждение натрия самого. Видите, здесь мы пока говорили не про электронное возбуждение, а про колебательное возбуждение. Вот. Электронное возбуждение атома натрия, при этом йод у нас как бы остается нейтральным, и натрий нейтральным, имеет вот такую вот кривую. То есть это, значит, кривая более-менее плоская, потому что начиная с какого-то момента они просто уже все не притягиваются никак, они нейтральные, да, и отталкивательное ядро в центре. Здесь также нет никакого второго уровня, с которым можно смешиваться, поэтому зависимость такая ровненькая. И вот смотрите, если мы находимся вот на этой линии здесь, то есть у нас натрий и йод диссоциировали уже и разбегаются, то вот в этот момент у нас эта кривая тоже плоская. Поэтому если мы сейчас посветим светом зондирования на длине волны, отвечающей возбуждению обычного атома натрия, а не иона, именно атома, скажем, на длине волны, отвечающей желтой линии стандартной натрия, там 595, по-моему, нанометров, вот, то у нас натрий будет возбуждаться, и мы увидим, что вот они, натрии пошли. Если же натрий находится здесь в процессе колебания, то у него энергетическая структура другая, вот, и он не будет возбуждаться той же длиной волны, потому что это не свободный натрий. Это натрий в виде частично иона, находящийся внутри потенциала. Зато пока он находится в потенциале, мы можем его возбуждать с помощью другой подобранной длины волны, чуть поменьше энергии, скажем, ну, от 600 до 640 нанометров. И тем самым мы прощупываем положение иона натрия вот в этой точке или в этой точке или в этой, то есть где-то на этой кривой. Именно таким образом у нас получаются вот те два графика, давайте вернусь назад, которые здесь приведены. Вот эта кривая, то есть интегральное количество вышедших свободных натриев, получается за счет проверки того, как у нас происходит флуоресценция на длине волны, отвечающей возбуждению обычного атома натрия, свободного атома. А здесь у нас показана длина волны, показана интенсивность натриев, возбуждаемых специально подобранной длиной волны, характерной для связанного иона натрия. Вот, и видно, что он такую периодическую структуру показывает. В процессе всего этого эксперимента освободившиеся, ну, диссоциировавшие атомы натрия, они все равно не успевают улететь далеко. Все это находится внутри буквально фокуса лазерного импульса.
И поэтому каждый раз, когда вот мы светим через несколько пикосекунд, мы с помощью вот этого желтого света выхватываем все атомы натрия, которые у нас вылетели после этого процесса. Поэтому мы их не теряем. Так понятнее или есть недопонимания еще здесь какие-нибудь? Нет, ну примерно понятно, да, хорошо, все наглядно. Угу. Вот, но это был самый первый эксперимент, за который вот Зевиль потом получил Нобелевскую премию. Он написан в различных даже научно-популярных и в научных книжках. Здесь вот даже я привожу ссылку на статью из Соросовского образовательного журнала 2001 года. Там можно тоже почитать про это дело. Окей, значит, понятно, что с тех пор люди исследовали много какие реакции химические, но это был самый такой первый прорывной пример. Ну и буквально несколько слов про фемтобиологию. Странные, казалось бы, сочетания, да, слов фемтобиология. На самом деле в биологических процессах тоже есть самые быстрые такие первые изменения, которые могут занимать время меньше пикосекунды. Прежде всего, это первые шаги в светочувствительных белках, в светочувствительных молекулах. Значит, что это за молекулы? Это, например, родопсины, которые, значит, приводят к зрению вот у бактерий и у позвоночных. Это также хлорофилл, который помогает растениям собирать свет и переводить их в энергию, накапливать в виде энергии. Ну вот, например, возьмем свет. Вот, есть такая очень популярная тоже статья из Соросовского образовательного журнала, здесь ссылочка, в котором подробно описано, как вообще в наших колбочках и палочках возникает зрение. Да? И вот в палочке, например, там, ну, это клетка, в которой есть много разных сложных процессов, запускаемых светом. Но вот самый-самый первый процесс – это когда определенная светочувствительная молекула, называется ретиналь, вот она здесь приведена, при поглощении фотона перескакивает из такого состояния вот в такое состояние. Вот посмотрите внимательно, чем эти два состояния отличаются. Структурно молекула та же самая. Просто вот в этой цепочке, в которой у нас есть много атомов углерода, да, есть у нас два углерода, связанных двойной связью, вот 11 и 12. И когда у нас есть двойная связь углерода, то это значит, что каждый из углеродов дальше имеет две связи туда или сюда. В эту сторону у нас снова углерод идет, сверху у нас идет обычный водород, который здесь, как правило, не рисуется. Видите, вот. Двойная линия – это ковалентная связь, да, называется вот эта двойная? Ну, они все ковалентные. Ну, просто есть двойная связь, тройная связь углеродов и одинарная связь. Смотрите, у нас углероды имеют… Ну, обычно углерод четырехвалентный. Если с той стороны углерода торчит одна, две или три связи, то тогда два углерода могут связаны быть через одну связь, две связи или три связи. Ну, вот как в химии органической, самые простые соединения из углеводорода – это алканы, алкены и алкины. Алканы – это когда у нас между углеродами одна связь, алкены – когда две связи, алкины – когда три связи. Вот. Поэтому у вас может быть вот двойная связь, вот она так нарисована, две таких полосочки, это двойная связь между 11 и 12 атомом углерода. А здесь одинарная связь, например. Так вот, когда у вас есть двойная связь, то у вас при той же самой структуре молекулы может отличаться, ну, пространственная структура может отличаться тем, в какую сторону у вас здесь торчит продолжение молекулы, а в какую сторону у вас просто водород. Вот эти два варианта, называются два изомера, отличаются лишь перевертышем того, в какую сторону у вас торчит водород, а в какую дальше продолжается молекула. И понятно, что пространственно они должны отличаться. А раз эти молекулы входят в состав каких-то, ну, белковых комплексов, то в результате у вас может пространственно как-то все перегруппироваться. Так вот, в процессе поглощения фотона определенных длин волн у вас вот здесь как раз происходит возбуждение связи, из-за чего молекула перестраивается из такого изомера в такой изомер. Вот. Называется цис-ретиналь, а здесь транс. То есть это означает, что вот вся эта углеродная цепочка у вас полностью в виде транс изомеров находится. Вот. И люди измерили, этот процесс занимает несколько сотен фемтосекунд, примерно 200 фемтосекунд. Потом дальше, это самый первый процесс, потом дальше такая молекула, она находится в связи с белковой молекулой, с родопсином. Этот родопсин чувствует резко изменившуюся пространственную структуру этой молекулы, отсоединяет ее от себя, и дальше запускаются разнообразные процессы,
которые занимают уже больше времени, там и пикосекунды, есть и наносекунды, и микросекунды и так далее. Но самое главное, что самый первый этап – это вот светочувствительная молекула, которая резко превращается в другое конфигурационное состояние, в другой изомер, вот, и запускает весь цикл процессов, которые происходят уже в темноте. Для них, для последующих процессов, уже свет не нужен. Самый главный светочувствительный момент – это вот самый первый этап. Вот. Понятно, что я очень кратко вам это говорю, чтобы хотя бы в принципе понимать, как может возникать чувствительность молекул, биологических молекул к свету. Ну и вот сообщаю, что это все занимает действительно время меньше пикосекунды. Подробнее вы это можете почитать, например, вот в этой популярной большой статье. Кроме зрения, есть еще и фотосинтез. Это тоже очень большая такая активная область. Она, ну, важна не только для самой биологии, но и вообще-то для технологии, потому что хотелось бы научиться так же эффективно использовать свет, как это делает фотосинтез. Надо сказать, что вот эти фотосинтезирующие растения, у них, ну, если использовать язык физики, вот у них квантовый выход их фоточувствительных элементов очень высокий, он порядка 95%. Вот в обычных там фотокатодах у нас квантовый выход, ну, не знаю, там десятки процентов, там, может, 40, 50, 60. Вот. А растение умудряется использовать почти 100% фотонов с нужной длиной волны, которые попадают на них. Вот. Поэтому неплохо бы научиться у природы конвертировать свет и запасать это в виде энергии. Опять же, здесь есть много разных процессов, которые запускаются при попадании света. Но вот просто я отмечу самый такой забавный момент. Есть молекулы, которые улавливают, такие в виде антенки, улавливают фотоны, и в них запускается некоторая электронная перестройка, когда они поглощают фотон. Эта электронная перестройка, она запускается в одной части молекул, а дальше вот возбуждение электрона должно передаться по цепочке в так называемый реакционный центр, то есть фактически уже в другую часть всего молекулярного комплекса, где там потом будут растягиваться электроны в разные места, и возникнет трансмембранный потенциал, который дальше будет использоваться для накопления энергии. Так, собственно, фотосинтез и работает. Это накопление энергии за счет того, что у вас поглощается фотон. Так вот, вот это возбуждение электронное в том месте, где у нас поглотился фотон, оно должно как-то перекинуться в реакционный центр через довольно большое количество атомов. И оказывается, это время, то есть возбуждение занимает сотни фемтосекунд, а дальше этот процесс может занимать больше пикосекунды. И вот чисто электронное колебание при обычных комнатных температурах, как показывают вот простые расчеты, оно, вообще говоря, дегенерируется за время меньше пикосекунды. То есть чисто электронное колебание, оно не может так долго жить. Конечно, это не сильно долго по нашим масштабам, но по масштабам электронных возбуждений пикосекунды – это довольно много при комнатных температурах. Вот, поэтому возник вопрос вообще, как это все происходит. Как молекулы умудряются держать когерентность на масштабе в пикосекунды, если электронные возбуждения дегенерируют очень быстро. И вот люди исследовали, и оказалось, что там помогает в этом передаче этой энергии и колебания атомов внутри молекулы. То есть это аналоги фанонов, но только внутри молекулы. Вот. Такие связанные колебания электронного возбуждения и атомов, прямо тяжелых атомов внутри молекулы, называются виброны, вот такие квазичастицы фактически внутри светочувствительных молекул. И вот это вибронное колебание помогает поддерживать когерентность на масштабе в пикосекунды. И именно оно помогает передать возбуждение от точки поглощения фотона в реакционный центр молекулярного комплекса. Я вот когда-то здесь писал такую научно-популярную большую новость, можете почитать подробности про это дело. Ну и там есть ссылки на оригинальные исследования. Вот, ну что, на этом все. Опять же, традиционно несколько ссылочек, если хотите почитать подробнее. Вот, ну, спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопросы. То есть либо все кристально ясно, либо наоборот. Забурились в микросекунду, в пикосекунду. Угу. Игорь, ну у меня такой практический вопрос. Можем ли мы при помощи таких молекулярных комплексов сделать замену фотоумножителям? Ну, насколько я понимаю, люди пытаются понять, как вот это работает в таких системах.
сбора биологических, да, чтобы построить своего рода фотоумножители, ну хотя бы фотокатоды с большей квантовой, с большим квантовым выходом. Прямо то же самое повторить, наверное, нереально. Все-таки там биологические молекулы, да, они завязаны не только на сами молекулы, чувствительные к свету, но и на то, как дальше запасаться этой энергией. Вот. Но, насколько я понимаю, люди пытаются найти какие-то более эффективные способы собирать энергию. А вот, кстати, вот ТФО, которые у вас используются, у них какой квантовый выход там? Так вот ты знаешь, если бы было так, вот как ты сказал, что там 40-50% это было бы счастье. Не, ну 40, по-моему, это сейчас предельное значение вообще. Да, нет, 20%. Ну 25% все-таки. Да, вот сейчас до 30-35% росло, и это рекорды. Понятно. И при этом, Игорь, и при этом большой какой-нибудь фотоумножитель, там 1000 вольт или 2000 вольт надо прикладывать, то есть это очень такой девайс, как бы сказать, не очень технологичный. То есть, если бы мы могли делать то же самое при помощи молекул, где ну, они вообще там никаких фактически напряжений не надо туда прикладывать. Но, правда, другое дело, что эти вольты нужны для того, чтобы сигнал считать. Но как-то же молекулы этот сигнал потом передают, который мозг... Ну, вот молекула, видишь, вам-то требуется ионизировать фактически, вырвать этот электрон, чтобы он дальше полетел и ускорялся. Молекулам это не требуется. Им достаточно просто разделить электронную плотность в нужных частях белков, чтобы дальше они по разным сторонам мембраны находились, и у вас получился трансмембранный потенциал, который дальше там в виде нейронов передается. Видите, вам не требуется как бы выделять здесь отдельно электроны, поэтому условия другие. Поэтому, может быть, еще сам по себе квантовый выход, он немножко разным относится величинам. То есть ФЭУ квантовый выход – это сколько электронов, фотоэлектронов на фотон попадающий, да, вырывается. А нет. Здесь не совсем так. То есть там, что у вас? Там это просто вероятность того, что фотон... Отдельный фотон вырывает электрон, да. Сколько фотоэлектронов у вас выбивается при попадании фотонов? Одного фотона? Нет, просто количество... С какой вероятностью выбивается один электрон на один падающий фотон? Ну да, я это имею в виду. Скажем, если у вас фотокатод выдает на 100 фотонов, выдает 20 фотоэлектронов, это 20%. Точно, да. А здесь считается как? Значит, какая вероятность того, что у вас эта молекула приводит к образованию трансмембранного потенциала при попадании фотона? Вот. И она 90%. Да, 95% получается. Это же было бы просто вообще шикардос для нас. Я просто хочу сказать, что когда я только в универе учился, то я в конце первого курса делал лабу курсовую по напылению сверхрешеток инди-галлер-синит-фосфор на фотокатоде. И у меня там уже там получалось чуть ли не 40% квантового выхода. Я подумал, что с тех пор наверняка все как бы лучше стало. Но это были, понятно, экспериментальные фотокатоды, а не промышленные. Просто люди подбирали толщину разных вот слоев сверхрешеток, чтобы получилось максимальный, чтобы получился максимальный квантовый выход. Ну вот 20 там легко было делать, а 40 надо было уже подбирать. Да. Ну, там два противоречивых процесса даже, да, происходят. То есть, с одной стороны, тебе нужно сделать потолще, чтобы у тебя вероятность того, что фотон поглотится, была побольше. А с другой стороны, чем ты толще сделаешь, тем меньше вероятность, что электрон оттуда потом выйдет. Поэтому, действительно, некий оптимум-то можно найти. И возможно, что 25% – это, конечно, далеко от оптимума. Но он есть. То есть, это, конечно, не 100%. То есть, невозможно сделать. Там в сверхрешетках просто аннулирование происходит. То есть электроны там, они на самой поверхности возникают, ну а дальше из-за того, что сверхрешетка, такая периодическая структура, есть несколько уровней, которые начинают резонировать друг с другом в разных ямах в приложенном поле. И это эффективно помогает этим электронам уходить с поверхности вглубь ФЭУ. Не ФЭУ, фотокатода. Еще вот важнейшая проблема в этих фотоумножителях – это как их калибровать. Вот если бы можно было… Вот когда у тебя есть какой-нибудь электрон, который дает тебе сигнал там в одной плоскости и во второй плоскости, и ты тогда можешь достаточно просто сделать калибровочный такой стенд. А фотон, он либо поглотился, либо не поглотился. Вот из тех молекул, что ты сейчас вот нам рассказывал, есть какая-нибудь там возможность, чтобы вот один электрон давал два сигнала? Я про такое не знаю. Один электрон давал два сигнала.
Один фотон. Как? Один фотон. Я думаю, что там просто источник фотонов калибровочный, он такой, что прямо было известно, то есть там, наверное, пофотонные какие-нибудь процессы, что прямо известно, что он там выдает один фотон в миллисекунду. Вот, например, так. Ну да. Нет, я уже, конечно, фантазирую, но мне кажется, что это вполне можно сделать, пофотонная такая выдача энергии из лазеров. Да нет, можно по-другому калибровать, просто уменьшать интенсивность свечения, потом подключать просто распределение полосода и по нему определить, в каком вы режиме работаете. Ну да, да, так, конечно, делают. Да. Но вы посмотрите, может быть, вот в этих обзорах, скажем, по фемтобиологии, да, там найдутся хорошие ссылки. Ну или в оригинальных статьях, как там люди это дело измеряли. Потому что область-то довольно большая, там люди экспериментируют активно. Угу. Ну да, выглядит это очень перспективным, потому что все-таки этот фотоумножитель, это же был прибор, изобретенный уже почти 100 лет назад. Как-то нужно уже куда-то дальше идти. Ну хорошо, тут мы что-то немножко заболтались на отвлеченные темы. Вопросы еще есть от слушателей? Ну, я больше не слышу. Тогда, Игорь, значит, огромное тебе спасибо еще раз. Очень интересно то, что ты рассказал. У нас, получается, сколько лекций осталось еще? Еще две лекции останется. Одна лекция будет про внутренние электроны в атоме, а другая про вообще ядерные явления и физику частиц. Угу. То, что к вам уже ближе, да? Вот. Поэтому я, наверное, там много рассказывать не буду, я так просто числа приведу. На самом деле, как вы понимаете, это все не такое не энциклопедическое покрытие всех возможных явлений, а просто такие отдельные сюжеты, которые иллюстрируют разные диапазоны. Я надеюсь, что как бы, это помогает представить себе, как разные явления связаны друг с другом. Да-да, это очень здорово. Ты очень хорошо это как раз рассказываешь на пальцах. И это очень иллюстративно. Спасибо. Ну, ладно. Окей, ладно. Если больше вопросов нет, тогда большое еще раз тебе спасибо. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Счастливо. Пока.